Мы стоим на передней ноге, и задняя ножка у нас касается пола носочком. То есть мы начинаем плавно давать вес на заднюю ногу, очень плавно. В этот момент у нас идет волна, то есть у нас изначально подготовка, животик подобранный. И когда мы выпрямляем ногу, мы растягиваем вот это место, чтобы у нас таз вышел. Вот у нас будет волна. Раз. Все, мы перенесли вес, мы собираем ноги, одновременно собираем живот. Подготовка. Вывели ногу носочком назад, дали упор в пол и плавно встаем. Два. Опять живот растягивается. И раз. Теперь нам нужно сделать разворот. На задней ноге мы разворачиваемся в ту сторону, какая нога. Если это правая нога, я разворачиваюсь вправо, за правым плечом. И вес остается на носочках. То есть не на каблуках вот так, а на передней части стопы. И у меня вес снова на передней ноге оказался, да? И все, я продолжаю то же самое, с чего начала. Я даю упор в пол плавно. И делаю волну. Раз, два, три. Опять на задней ноге разворачиваюсь, вес на передней части стопы. И вес у меня оказывается опять на передней ноге. И раз, два, три. Обязательно, когда встаем, выпрямляем жестко ногу, даем сильно вес в пол, чтобы нога была сильна. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Change the paper, they don't want you to marry, you're the same.